Вы тоже помните, как игра Гренни была дико популярной? Эта игра очень похожа на хоррор. Даже не похожа, так и есть. Суть игры в том, что в доме есть старуха, и это ее дом. Тебя просто подловили, заперли, ты должен найти разные ключи, принадлежности, чтобы открыть двери, выбраться из дома. И, о боже, я помню, как весь мой класс скачивал игру Гренни, и как бы мальчики между собой соревновались. Типа, кто найдет больше ключей, или кто сможет хотя бы наполовину пройти игру там за 15 минут. Они играли на реальные деньги. И вот как бы весь мой класс играет в Гренни, и как бы меня тоже подсадили. Значит, я скачиваю эту игру на свой компьютер, значит, захожу, и знаете что? Я настолько боюсь игры хоррора или что-то подобного, что как я зашла в эту игру, я только сидела в первоначальной комнате и пряталась под кроватью. Вот серьезно, когда мои другие одноклассники проходили игру, доставали что-то, убегали от бабки, а я сидела в этой комнате и боялась оттуда выйти. И вот, собственно, как-то так я играла. А еще, чтобы бабка ко мне пришла, я как бы роняла вазу, картину или еще что-то. Прятывалась либо под кровать, либо в шкаф. Но потом, как бы через неделю 2-3, я как бы забросила эту игру, я как бы не вспоминала больше, что есть такая игра.